Я объясняю формулировку. Все очень просто. Украина – это страна. Это страна, которая была захвачена в колониальное рабство на Майдане. И на территории Украины было создано квазигосударственное колониальное образование под прямым управлением Пентагона и НАТО. Потому что весь общественный ресурс, как вы сейчас сами видите, умываясь кровью, был брошен на судовоенку, больше ни на что. Все остальное было в загоне. Образование, медицина, культура, наука, все шло в военку. Накачивание оружием и обучение и тренировка и идеологическая промывка в нацистском направлении мозгов всех вот этих ныне воюющих товарищей. Причем там точно такие же русские. Вот недавно один имперец и русский националист очень удивился. Как же так? Вот мы поубивали этих азовцев, а из пятерых четверо самые натуральные русские. Какая незадача. Так вот, Солорейх – это образование квазигосударственное. Ну, название из двух слов. Сало, жирненькое, с прожилочками, красивенькое, и рейх, сами знаете, что такое рейх. Вот третий рейх у нас был. Так вот это вот квазигосударственное образование было умышленно создано с единственной целью. Убить его об Россию, нанеся России при этом максимально возможный ущерб и залив кровью братские народы. Одной из частей просто этого народа были промыты мозги нацизмом до зеркального блеска. При этом этническое происхождение сражающихся сторон и с одной, и с другой стороны не имеет абсолютно никакого значения. В Азове воюют толпища этнических русских, совершенно русскоязычных. А с другой стороны воюют в том числе и толпища этнических украинцев, многие из которых прекрасно до сих пор помнят рідну мову. Поэтому водораздел здесь, собственно говоря, идет. А ты за кого? Ты за коллективный Запад или ты против? Ну вот, как-то так. Поэтому Солорейх просто для того, чтобы люди не путали страну Украину с квазигосударственным колониальным образованием Солорейх, специально созданным антироссией,